Сейчас самое время выйти на крипторынок и начать зарабатывать. Если вы хотите заработать на биткоине, то советую вам проект Start.com, на котором даже не надо переводить деньги в криптовалюту. Просто регистрируйтесь и начните зарабатывать столько, сколько вы сможете. А специально для вас я сделал депозит на 14 тысяч рублей на сумму 55 тысяч рублей. В итоге вышло 68 тысяч, что я легко вывел на свой Kiwi кошелек. Подробная информация в описании. Всем привет. Всем салютье. Как дела у всех? Я в офисе, на работе сейчас. Видите? Новый себе офис снял. Розовый пончик. Как вам отдыхается, дорогие люди? Чё нового? Я в отпуске. В отпуске, ребят. Я отдыхаю. С семьёй. С Ленкой. С детками. Вот. Unicorn. Мистер Unicorn. Новое изобретение использует детский этот шарик, чтобы купаться и сразу же находиться в прямом эфире. Мое супер изобретение. Будешь привет передавать, Пинки? Откуда? Вот. Рабочая атмосфера, короче, здесь хардкоры на бейзе. Ветер гнет. Единорожек. Дочки обедают сейчас. С нянечкой сидят, обедают. Вон они. Вон они вдали. Вдали ням-ням делают. Поэтому пока пользуюсь их этим крюком. Так что так. Два месяца в отпуске, а потом повыскакиваю, будет 21 числа Газлайф, концертик. Так что мы всех наших людей обязательно ждем. 28 ВК Фест. Как там так вроде называется? В Питере. Так что вот так. Все, всех обнял. Болеем дальше за футбол. Благословляем величие Акинфеева, его золотой ножки. Конечно, просто удивительный матч был. Я стараюсь из-за своей компульсивности вообще не болеть за спорт. Прям смотреть, что, потому что у меня начинается болеть сердце, начинаю орать, у меня потеют руки. Я начинаю неистовствовать. Тогда, когда был матч с испанцами, я ехал на день рождения к тестю с женой. Мы ехали, остались купить цветы. На улице было никого, ни одной души просто в центре Москвы. Я, как в советское время, мы сделали, пока покупали цветы, в радио сделал, в машине сделал погромче радио. И замерев, слушали результаты пенальти. Вот.
Для нас особая радость, что Акинфеев оказался все-таки ключевой фигурой матча. Еще раз доказывает, что игроки ЦСКА удивительные, способны на большие подвиги в самый нужный момент. Вот. Так что вот так. Все, вас всех крепко обнимаю. Всем хорошего лета, хорошего отдыха. Буду так по мере возможности выходить в эфир. Не особо вас доставая. Все, всех обнимаю. Пока. До связи.